Там еще кто-то попался. Еще кто-то попался, не вижу. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Еще кто-то попался. Мы подходим, смотрим, кто тут у нас попался. Стайка урагусов пришла у нас. Вон еще один летает. Вон еще один летает. Сейчас его тоже загоним. Сейчас мы его тоже загоним. Это самка, по-моему. Вот, тоже попалась. Все, идем смотрим. Идем смотрим. Что мы тут поймали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть урагусов. Вот какой прекрасный самчик. Это тоже самочка. Еще самец. И еще самочка. Улетела. И она мне не нужна все равно. Улетела и улетела. Ну что, будем вынимать? Самочек сейчас всех выпущу. Они мне не нужны. Самцов оставлю. Из них выберу новых приманных. У меня прекрасные приманные. Но они уже живут 2 года. Поэтому я их тоже выпущу. А новых себе красненьких возьму. Так, вот еще одна самочка. Сейчас мы ее тоже вынем и выпустим. Вот, хочу показать место. Видите, внизу речка. Она зимой не замерзает. Птица сюда постоянно приходит. Постоянно приходит на водопой. Вот здесь я устроил ток. Позавчера вот на этих тополях стаи сидели сотенные щеглов. Но пока их нету. Естественные кусты. Никакие ширмы, плетни, как называют их, не строил. Естественное укрытие сделал. Так, беги. Беги. Самочку отогнать. Ох, опять туда пошла. Ох, сейчас опять воткнется. Сейчас опять воткнется. Надо ее отогнать подальше. Приманная, как я говорил, у меня урагусы очень хорошие. Сейчас они ее быстро подманят. Иди отсюда. Иди. Уходи. Уходите отсюда. Уходите отсюда. Уходите. Уходите. Зеленая лазоревка попалась. Улетела. Надо сказать, что в пойме здесь и белой лазоревки полно. Вон они подошли и ушли куда-то. Вот так вот.
Ну вот подошла небольшая стайка щеглов. Сколько? 3-4. 4 штуки воткнулось. Тех огромных стай, которые 3 штуки. Это синица еще две, которых я наблюдал позавчера. Нету. Ладно, посмотрим, что у нас тут за звери попались. Самка. Иди отсюда. Так. Дальше. Опять самка. Иди отсюда. Самец. Самец. Тринадцать сантиметров. Иди отсюда тоже. Да. Ну что сказать? Я полностью разочарован сегодня. Куда-то делись мои сотенные стаи, которые позавчера тут ходили. Мне чем нравилось, всегда это место нравилось. Здесь всегда пролетный щегол шел. Ну вот сегодня пришла только местная какая-то полунапуганная стайка. Будем новое место искать. Завтра поедем на новое место. До свидания, друзья. Не удалась сегодня ловля щеглов. Вот мой мешок с сетками. Запнулся сегодня за него и вспомнил, что хотел же я решить тут со старыми сетками вопрос. Так вот, к чему это все? Расстроился, блин, сегодня со щеглами и позабыл все на свете. Я каждый год покупаю по несколько сеток. Там, ну, 5-6 сеток всегда беру. Вот они копятся. Какие-то рваненькие. Там какие-то остаются там некрашенные и прочее. Ну, ловить можно, в общем, которые совсем плохие выкидывают. Так-то я, в принципе, здесь нуждающимся раздавал. Вот решил отослать молодежи. Вот пацаны молодые, кто ловит птичек, вот у кого денег просто на сетки нет. Вот пошлю вам щеглов ловить бесплатно. Бесплатно сетки, пишите мне, отошлю вам тут на выберу сеточек. Ну, как-то так. Что еще? Скоро подходит тысячный подписчик.
Как-то тут принято какие-то подарки дарить в Ютубе, я так понял. Ну я что могу? Не знаю. Я могу птиц, конечно, послать. Подарить птиц, что я еще могу? Напишите в комментариях, там, как лучше поступить с 1000 подписчиком. Ну, в общем-то, наверное, вот и все, что хотел сказать. До свидания.